Всем привет, с вами я, Ноза. Сегодня мы будем играть в игру под названием «Чужие против хищника». Там у нас будет много всего. Да. Играть мы будем в эту игру. Придется испытать. В прошлой серии, как вы помните, не удалось загрузить игру, потому что черный экран был, я подступил немножко, не туда нажал. Но поскольку я тут все прошел, будем играть мы за сегодня. Давайте-ка, как в прошлый раз, за хищника. Там, он не решил, так что будем играть на средний. Сэр, мы можем начинать. Сколько лет этому сооружению? 10 тысяч? 100 тысяч? Мистер Вейланд? Да. Начинайте проникновение. Конечно. Нормально. Там еще не дошли до этой мины. Ну ладно, все. Thank you.
Будьте один, чтобы выбрать пазмомет. Чтобы выстрелить из пауэрмета, цель нажмите и отпилите кнопку мыши 3. Ну это если кто не знает, колесик. Для подзарядки пазмомета нажмите и удержите кнопку мыши 3. Ну вот снова колесик. Наведите его на жертву и стреляйте на все существенный урон противнику. На прицельные выстрелы расходите больше энергии. Это была игра «Чужой против хищника». Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я в этом очень нуждаюсь. Так что, всем пока!